И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Так, какое мне уже лучше оружие взять? Дробаш. Сколько там патронов? Мало. Пистолете. Ну, более-менее. Менее или более. Так, больше здесь ничего нет у нас. Что там по карте? Мне вроде все собрали. Пошли. Эшли. Леон! Твою душу следует очистить. Идем, дитя. Эшли, беги! Да, Эшли, беги. Живо! Шляпку ему скинем. Здесь мне, скорее всего, просто надо убежать. Не паникуй. Давай, давай, шевелись. Все, пруд. Да что ж такое-то, блин? О, бочка еще одна, можно что-то взорвать. Так, моста нет. Ёшкин кот. А, сюда, давай, давай, давай. Нет! Да? Вы чё? Идиоты, блядь, или что? Меня втащили, это шо? Ну, тут, блин, пока не узнаешь, что делать надо. Не поймешь, так, ладно. Живо! Живо шевелись, давай. Отсюда не сбежать. Блин, пистолет. Нет! Не паникуй. Да что ж такое-то? Ты дура, блин, где ты там? Вот вся игра будет так вот. ЗТ-шли будешь постоянно, блин, одно и то же по 54 раза переигрывать. Потому что она не может за тобой бежать нормально. Живо! Дурацкое управление в игре, это кошмар какой-то. Давай, давай, шевелись. Не паникуй. Блин, не успел. Не успел. Короче, берем. Пошли. Бежим. То есть. Давай, давай, давай. Как мне тебя подсадить-то? Никак. Да иди твою налево, блядь. Просто бесполезно. Шустрая какая. В нее хрен выстрелишь еще. А в нее просто стрелять нельзя. А ну. Не, он на нее вообще не наводит оружие. Да какого хрена ты мажешь, блин? Отсюда не сбежать.
Ты серьезно, блядь? Он урон не получает. Ко мне. Да еки твою налево. Им вообще пополам. Ну давай, блядь, заряди их. Не мешай мне. Дых. Тупизм страшный. Живо, говорит. Бабуля, бля. Да на, блядь, зарежь ты его, придурок. Отойди. Слышь, выпусти меня, урод, блядь. Да ёб... Вот это я... Берегись. За мной иди, дура, блядь. Попробуем еще раз. Все пруты. Не паникуй. Давай, давай, подходим, подходим. Ну что там, блядь, ножом привешиво? Да иди твою мать, бля, ты дурашка. Нет! Нет! Да, какой раз уже я пытаюсь, она все равно дура, блядь. Живо! Да иди твою мать, ты, блядь, это... Патроны кончились, блядь. Это самый бесполезный напарник, который вообще может быть когда-нибудь... Это не напарник, это абуза. Ты же, блядь, еще живой. Е-мать твою так. Пошли, давай, блядь, ты... Так, что же мне делать-то дальше? А, блин, вот можно... Блин. Ладно. Что с тобой? Теперь у меня нога застряла. Идеально просто. Как не вовремя. Что ж такое? Угу, мост ломается. Всё. И давай. Я даже не все успел собрать, ну ладно. Че, как я раньше не замечал этот... Блин, короче. Да. Как я не заметил этот
поворот не знаю. Но она бесполезна, это точно. Забавно. Так, смотрим, что тут я пропустил. Ага, что-то пропустил, блин. Назад уже не вернешься. Ну и ладно. Да там, блин, не до этого было. Пошли давай. Хотя вон там есть другой путь. Возможно, туда можно вернуться будет. Слушай, он ищет тебя. Если снова его встретим, беги. А как же ты? Сделаю, что должен. О, торгаш. Отлично. Песо. Патрончики. Давай, давай. 66 патронов, неплохо. Так, вот еще бочечка есть. Сколько всего сразу. Перезарядимся сразу же. Еще бы нет. Так, покушать надо яичко. Правда, на одно осталось, да? Блин. Не густо. Совсем не густо. Ой. Давай. Почти будет полное здоровье. Хорошо. О, только лучшие товары. Привет. Что могу предложить? А что у тебя есть? Так, это для чего? Ложа для... А, для пистолета этого. Что? Как нам удалось добыть все это? Это не важно. Лучше не спрашивай. Да. Купить лечебный спрей. Гранатомет. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Улучшить. Так, тут у уже. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Так, ну давай, наверное, перезарядку купим. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Повысит скорострельность. 11 штук. Перезарядка очень длительная. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот тут, по-моему, отлично получилось. Давай еще перезарядку. Все деньги ставлю, да и все. Держи, попробуй. Так, что такой можно продать? Специалист, как ты, сразу заметит разницу. Вот это можно продать. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене. Рванина. Мы назначаем. Чаша, во. Чаша уже полностью готова, так что можно ее продать. Давай-ка. Чужак. О, я щедро заплачу тебе за это. Я в этом не сомневаюсь. Так, стрелы арбалетные. Таскать их с собой. Ценности не пригодятся тебе в гробу. Понятное дело, что не пригодятся. Итак, чем я могу тебе помочь? Обменять, говоришь, да? Блин, пока у нас ничего нет из этого. Спи, доброго пути. Спину, говорит, ломит, да? Эшли. Ты что там? Скромничаешь в сторонке. Так, сохраниться надо. Давай новый. Подожди, что у меня там в хранилище, уже забыл. Арбалет и прицел. Прицел на автомат пойдет на какой-нибудь. Не думаю, что на этот можно ставить его. Тем более там написано, что нет. Так, все вроде, да? Тут. Да тут ничего и не было. Пошли наверх. Страшно. Страшно? Так, ящик. Как в ту сторону попасть? Где-то вылезти надо. Опа, привет. А у нас есть зеленая трава? Есть. Блин, желтой нету, да? Вот черт. Была бы одна желтая, можно было бы
Место свободное. Чуть-чуть на что-то одно еще есть. Ё, что иметь. Так, это босс. Это босс. Эшли, ты там это, посиди лучше. Откажись от бесплодной борьбы. Доверь свое тело воле нашего Бога. Нет. Здорово, ты проповедник, если честно. О, великий владыка, дай мне силы сокрушить твоих недругов. Твою ж мать. Эшли, беги! Поняла. Астелуэга. А ему пофиг. Боже, благодарю тебя за твой дар. Жил уродом. Уродом и сдохнешь. Ой-ой-ой. Узри, чудо. А, ты тоже из этих тварей? А я... Да, протупил. Да что ж ты там еще... Смешно. На тебе, смешно ему. Дайте мне меню, блин. Так, наверх давай. Лезь, 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 лезь. Да шевелись давай, вашу мать. Я же так далеко уже отбежал, блин, а? Неужели ты настолько глуп? Да сука, блядь! Не понравилось? Можно мне перезарядиться, блин, а? Да какого хрена ты внизу оказался? В ногах, правда, нет. Что там, брыш, нож не положить? Ну вставай! Да что ж такое-то, опять, блядь, кончились патроны. Ты охренел, блядь, наводящиеся, блядь, доски, это пиздец. Ну это ладно. Тут я уже прокосячил. Эй! Да. Эй, да, сейчас ты сдохнешь, эй. Давай, не распускай клешни. Что, припекло, а? Этот грех тебя не отпустят. Блин, уже ли... А, вот лестница. Давай, лезь быстрее. Отлично, вовремя. Тайминги. Винтовка, думаю, здесь будет лучше всего. Ну вот. И глазик выпал. Он мне пригодится еще. А если хорошо прорисовали, ничего не знаешь. Леон, ты где? Тут все рушится.
искусственный глазик. Привет твоему богу. Так, а тут что-то еще для меня осталось где-то, я офигел знает. Да подожди ты, блин. Не видишь, я занят. Так, где-то тут ножичек лежал, да? Вот, давай. Да, блин. Бегу, бегу. Эй, Леон, скорей! Штаны горят. А спасибо. Это еще кто кому должен спасибо говорить? Бесполезная. Пожар привлечет. Абуза. Надо уходить. Леон, скажи, что я не стану такой, как они. Я этого не допущу. Клянусь. Так, смотрим на карту. Есть ли что-то? Серьезно, там медальон внутри был. А я что-то уже не попаду, да? Ну никак. Не, ну какого... Кому в голову приходит медальон воткнуть в танке с боссом драться? Может, как-то его отсюда можно увидеть, где он? А, это вообще не здесь. В следующем это, в следующей локации, ладно. Пошли. Что там по дробовику у меня? Так, здесь перезарядиться надо. Автомат. Заряженный дробовик. Так. Винтовка. Как там при... Ближе. Ага. Ближе. Никого вроде нет. Так, все путем. Ага. За мной. Ладно. Еще и ладно, говорит. Так, опа, здрасте. Аксессуар. Золотой жетон, хорошо. Это на Эшли, наверное. Еще где там? По-моему, это не здесь. Или здесь? А вот. Аксессуара Эшли нет. А, ну. Так у тебя и футболка поменяла, что ли, или нет? А, нет, вроде нет. Так и вроде лучше. А, ну, подожди, еще. Что там еще, блячки какие-то? Так. Фильтр мне не надо. А, либо то, либо это, что ли? Ага. А ну давай с очками посмотрим. Пускай так будет. Пока что. Закрыли мост. Что происходит? Ну, по крайней мере, теперь нас не догонит. Назад дороги нет, да. Это замок. Тут сейчас пойдут монахи эти, блин, помню их. Ну давай, давай, дальше. Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарство, чтобы слегка отсрочить неизбежное. Где ты? Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао. Чао. Так, Эшли,
Луи сказал, что... Я поняла. Лучше не задерживаться. Так, ну, конечно, я провтыкал тот медальон. Естественно, почему бы и нет. Воронье. Смысл ли его трогать, есть ли вообще или нет? Наверное, не было смысла никакого. А, один убежал. Ну, отлично. Хоть на дробовик что-то есть. Отлично, патроны на автомат. О, сундучок, старый компас, говоришь, берем. Сколько он денег стоит? Где он вообще? А, вот он, старый компас. Осмотреть, не оставить ничего нельзя, да, просто старый компас и все. Искусственный глазик. Эшли, ты где? А, вот. Торговец. Пошли к торговцу. Давай мне что-нибудь, ну, что-нибудь новенькое. Во. Что новое, чужак. Во-о-о-о. Магнум. Купите мертвую бочку. Получите подарок, спешите. Бабочку. 7000. Что эта схема делает? Позволяет создавать патроны для револьвера из материалов М. Ну давай. Что ж, удачи тебе. Угу. Точно 4.20, скорострельность один, перезарядка, боеприпасов 9. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Да. Винтовочку я бы взял бы. Магнум тоже, конечно, было бы неплохо взять. Сравнить оружие, ну-ка. А с чем сравнить-то? Ну, понятно. Это намного сильнее. 15 урон, нифига себе. Не, ну винтовочку, конечно, да. Shift, ну-ка, с этой винтовкой. Это лучше по всем параметрам. Продаем. Нашу. Ничего не приглянулось, чужак. Да подожди ты еще. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. О, куплю по высокой цене. Так. Говоришь, нет места? В смысле, она больше, что ли? Да под... Придешь, когда освободишь место. Да, блин, а ты мне можешь дашь... Отменить покупку? Да, отмени покупку. На кейсе есть что-то расширение? Нету нифига. Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост, друг. Да, я очевиден. Так, спрей. Блин, у меня нет места. Офигеть можно. Так, не бухти. И что-то мне. Надо что-то выложить. Что-то выложить. Вот что. Ножички вот эти, допустим, можно продать. Давай. Сейчас продадим ножички вот эти. Готов купить почти все. 5 штук? Давай нафиг их. Спасибо. Ты... Так, во, теперь уже что-то, что-то нарисовалось. Место какое-то появилось. Так, подожди, подожди, осматривай там. Отстань. Так. Насколько она большая была? По-моему, очень большая флешку.
Флешку можно. Но это нам все равно. Ладно, разверни ее. Положи. А с этим что делать? Хороший вопрос. Только там не упри. Так, не бухти. Итак, чем я могу тебе помочь? Я не жадный, но у тебя нет места. Давай я... Да что ты взял? Да... Да отмени ты ее. Да что ты... В смысле 5? Откуда граната еще одна взялась? Совмести их. Да подожди ты со своей покупкой, блин, ты посмотри, что делается. Да иди ж ты. Я могу тебя переложить, посмотреть? Во! Сколько мне надо места? Вот как-нибудь сейчас... Во! Говоришь, не купишь. Купишь! Купить товар, конечно. Друг, эта пушка разрывает головы, как тыквы. Возьми ее и устрой бойню на огороде. Обязательно. Что, это все? Да подожди. Приходи. Я хочу посмотреть. Но вверх на нее прицел надо поставить. В любое время. Винтовку, пожалуйста, возьми. Отойди. Ага. Ближе. Ага. Отойди ближе. Так, нормально. 10 патронов, скорострельность должна быть большая. Выглядит неплохо. Современная винтовка. Так, давай мне. Привет. Улучшим ее. Я сразу же. Много отличных товаров, чужак. Так, на мощность сразу качнем. У тебя есть купон? Слав, держи. Все, как ты хотел. Так, мощность. Теперь боеприпас. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Так, скорострельность. Эксклюзив. Повысить скорострельность в 2 раза. Надо ли мне это? Пока не знаю. Скорострельность можно и так. Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Поосторожней с этой вещью. Так, компас. Продаем. Доски продадим. Ключ от старой часовни, наверное, мне тоже не нужен. Славная сделка. Гранатки по 1000 стоят. Я ими не пользуюсь практически никогда. Итак, чем я могу тебе помочь? О! Черный кейс, что дает черный металлический кейс, повышает вероятность найти ресурс Б. Понятно. Что поделаешь, старость не радость. Одноразовый купон, который мы обменяем, взорвался на особо лучшее оружие. Да, вот на 30 штук, ничего себе много. Так, это что? Отмеченный сокровище, спрятанное в окрестности замка. Блин, ничего не хватает. Я продаю много отличных товаров, чужак. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Да, вдруг. Вот магну было бы еще неплохо взять. Но куда это все ложить? Придешь, когда освободишь место. А он нужен по-любому. Он очень мощный. Тут такие мощные твари будут, что без него ну никуда. Флешку продать, допустим, вот эту фигню. Можно продать, мины продать, что-то освободится место. Давай так, у меня другого варианта нет. Либо что-то выложить, автомат, может быть, выложить в этот. Чем есть доброго пути? Так, подожди. Я еще никуда не хожу. Так, хранилище. Давай-ка автомат выложим. И вот это. Вот, будет куча места. Так, пока так.
А патроны жалко, вот нельзя вылаживать. Ну, блин, только вот оружие и все. Почему так, непонятно. Привет. Так. Купить магнум. Ты умеешь выбирать, но оружие это не только стрельба, это еще и перезарядка. Ты поймешь, о чем я. Я так... Да-да, по одному патрону клацать, это точно. У меня денег вообще ни на что, да? У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Увеличивает силу в 1.5 раза. Маляха. Он и так мощный, как бы... Но у меня денег ни на что нет, так что... Я продаю много, приходи в любое время. Обязательно. Эшли? Ты куда бежишь? Так, там... Я вообще смотрел что-то или нет? Ничего тут не смотрел, тут ничего и нет, во-первых. Так, что-то посмотреть можно, да? Двор за теми воротами. Чую, гостей тут встречают прохладно. Да уж, встречают охотно. Арбалеты, угу. Чувствую, мне там будут не рады. Час от часу не легче. А может, я их с винтовочки-то? Отойди. Ага. Желательно подальше. Где они там? Не понял, аж бинокль смотрел. Почему я сейчас их не вижу? Что происходит? Ближе. Ага. Они все куда-то уже сдымили. Ну так нечестно. О! Птички все-таки никуда не улетели. Сундучок. Жалко, мне ничего нет. Карту сокровища так и не купил, да? Молодец. Надо что-то, наверное, продать и купить карту. Карта обязательно нужна. Без карты хреновенько будет. Парайт, привет. Так, не бухти. Я продаю купить. Много отличных товаров, чужак. Где карта? А, подожди, Елена. Попробуй-ка новое оружие, чужак. А, вдруг понятно. Оно спасет. Ну ладно, друг. Ладно, ладно, да, пошли. Надо задание выполнять. Ты что так тяжело дышишь? Так, подожди, что там? Заперто пока просто. Нигде не видно, чтобы был механизм, который открывает дверь. Может, откроешь? Так, тут кто-то есть. Эшли, блин, не путайся под ногами. Что это? Что это? Вот такая вот хрень. 5 ножичек. Что он тут делал вообще? Непонятно. О, немножко денег. Гранатка.
Так, это не работает. Дверька. Ну, а там что? А здесь ничего. Пошли. На потолке? Ничего нет. Ладно. Угу. Просто обошли эту дверь, хорошо. Еще ручная граната. Еще все без кокаев. Надо ими пользоваться. Так, и где же нас, которые нас встречают? Что там синенькое такое? А, вон вижу медальон. Ой, блин. Почти. Блин. Да иди твою. Винтовку надо взять. Супер. Ну, теперь надо здесь внимательно смотреть. Ага. Морда. Морда, говоришь? Так, патрончики-то не резиновые. Надо бы сделать еще. На винтовочку можно? Можно. Отлично. Еще. Вижу, что еще. Давай, давай. Отойди. Ага. Готов. Ну, не так он, в принципе, долго перезаряжается. Но перезаряжается какое-то время, конечно. Пять пороха. Тоже порох. Тут ничего вроде бы нет. Смотрим медальоны, чтобы не провтыкать их. Не знаю, пока не вижу ни одного. Они могут быть где угодно, висеть на стенках. Это факт. Так, там нету медальона, вроде бы нет. Кто это там балуется? Пульты, да. Но отсюда не достанешь ее никак. Ну я же, блядь, бежала. О, зелененькая трава. Эшли, блин, иди сюда. Здесь принято принимать гостей. Стой тут. Блин, там серьезно, нельзя сюда попасть. Черт, даром только их убивал, получается. А нет, ну там есть лестница, можно будет как-то попасть, наверное. Поспи. Что с тобой, блядь?
Блин, ты везде найдешь Эшли приключения. Идем за мной, иди, пожалуйста. В норме. За мной. Да, да. Перебрасывают откуда-то. Так, минус катапульта, походу. Еще одна минус. А, вижу. Надо же. Где-то отсюда, наверное, пуляет, да? Ох ты. Спасибо за патроны. Так, подожди, подожди, пока. Эшли! Эшли, досталось. Закрыто? О. Ага, вижу, он Мадалин. Есть еще внизу. Откуда стреляет? Ага, вижу. Бочка. Да чтоб ты... Нормально. Так, вроде бы перестали стрелять. Уже хорошо, уже можно нормально передвигаться. Так, а ты говоришь, куда спрыгнуть? В башню. А нужно ли нам это? Конечно, нужно. Попробуем. Так, отстрелить надо. Поднимем пушку. И сами можем пострелять, да? Азик. Короче, какой-то там драгоценность. О, вот они. Блин, порох и порох, серьезно. Блин, еще откуда-то пуляют. Здесь вопрос, откуда? Наверное, оттуда. О! Тюлень. Гудбай. О! Здрасте. Ну ты смотри. Похвалила. Так, все вроде бы. Только, пожалуйста, не под ногами не путайся. А будет все хорошо. О, боеприпас на винтовку. На пистолет. Тут надо пособирать все. Прежде чем куда-то идти. Во-во-во. О! А может у тебя ножичка мало? Могу. Золотой браслет. Неплохо. Что в тебя можно вставить? Наверное, вот это. Ну да. Так, ну у меня еще один есть. Подожди, подожди. Вот же алмазы есть. Да стой. Они уж явно подороже будут.
Блин, можно этот вытащить? Ага, уже все. Ай, блин. Ладно. Так, еще где-то один медальон. Где я провтыкал медальон? Спасибо. Спасибо, карман не положишь. А как-то... Как наверх попасть? В смысле, на ту сторону, к пушке, алло. Может, дверь можно тогда открыть уже? Нет. Как? Я никак не вылез отсюда. Внезапно. Чего я опять не заметил? Где-то что-то не нажал. Просто здесь нет ничего другого. Сюда можешь попасть как-то? Нет. Очень подозрительно. А, конечно, уже дверь. Повнимательней будь, студент. Так, где там еще, ты говорил, медальон был? А, внизу я уже разбил, где-то еще, значит, один должен быть. А что ты без ничего, а? Стой, 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 стой. Следующий, ёпта. Еще разок. А что? Неплохо. Конечно. Ну, хоть предупредил. Куда-нибудь еще пульнуть? О, он куда-нибудь туда, в башню. Пум. О, в леса строительные. Жалко, не ломается. Ладно. Надо еще один медальончик где-то поискать. Потому что он где-то по-любому есть. Так, тут я уже рассмотрел, да? Смотрел. О! Как это я провтыкал? Может, что-то купить у этого. 8000 есть, плюс еще медальон можно туда сбагрить. Еще бы и нет. Пару тысяч будет. Блин, далеко бежать к торговцу. Так-то. Да ё-моё, казалось, вроде ближе, а вот и нет. Давай, прыгай. Пар, привет. Пар, привет. Покупаем. Так, продать. А, вот это. Искусственный глаз, по-моему, нужен для чего-то. Так, во, 16 тысяч браслет. Славная сделка. 27 тысяч есть. Вот, другое дело. Так, стой, куда продавать, улучшить? Боеприпасы, перезарядку. У тебя есть купон? Славно. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Может быть, увеличить силу в полтора раза. Давай-ка используем купончик. У меня-то ведь есть. Хороший выбор. Хо-хо. Полностью улучшено. Скорострельность низкая.
Так, ну что, наверное, надо... О, друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Удивлен, да? Наши мастерские, только там не убейся. Обязательно. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.